Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Сегодня я снимаю видео-интригу. Это видео будет о розыгрыше на моем канале, о наборчиках, которые будут разыгрываться. Я надеюсь, что все вы будете следить за видео, когда выйдет видео с розыгрышем. Вот, пока говорить ничего не буду, но это будет очень скоро. И я хотела бы просто показать вам обзор тех наборов, которые будут участвовать в розыгрыше. Победителей будет 3, и разыгрываться будет 3 набора. Значит, 3 набора от фирмы Dome. Сейчас я вам показываю наборчики, которые... Это мое личное, это мои личные наборы в моей коллекции. То, что у меня лежит, то, что я буду отшивать. Вот, но эти 3 наборчика уже заказаны для моих победителей, вот, как бы, и они будут, как только они придут, мы с вами вместе распакуем посылку, я покажу вам содержимое этой посылки, вот, значит, надеюсь, вы будете следить за видео на моем канале, и, как бы, победителей у меня будет 3, и я думаю, все будут довольны, потому что набор шикарный на самом деле. И как бы я бы хотела, конечно, сделать, уж если делать какие-то подарки, так подарки делать такие хорошие, от души. Первый наборчик — это 2 тигра. Это из серии бенгальских тигров. Набор тоже очень большой. 14 канва, 1,27 м на 73 см. Мне очень нравятся эти кошечки. Они тоже как натуральные, они тоже как бенгальские тигры. И размер у них такой практически соответствует. Единственное, что здесь неполная, конечно, зашивка будет. Ну, и поменьше тут цветов. Тут 24 цвета. Ниток очень много. Вот такой вот большой чемодан. Смотрите, какой. Будет, как у бенгальских тигров, такая же вот упаковочка. Тоже наборчик такой не дешевенький совсем. Вот, ну, я хотела бы, конечно, от души, уж как говорится, дарить так дарить. Второе место, второй набор. Называется «Лотосы Японии». Вот такие вот журавли. Вот такие вот здесь лотосы. Наборчик тоже большой, шикарный. Он 1,27 м на 50 см. Вот, тоже хороший, достаточно добротный набор. Мне тоже очень понравился. Я его купила для себя. Ну и вот теперь для вас. Вот такая вот у него упаковка. Такой вот толстый, как бы. Такая вот. Хороший наборчик такой очень. Я бы хотела увидеть отшив этого наборчика. Надеюсь, победители будут вышивать. Надеюсь, что он у них не уйдет в кучку склады наши. И этот наборчик хочется увидеть, чтобы вышивали его. И хочется, конечно, посмотреть на результат. И третий наборчик. Это садовник, тоже от Dome. Размер у него большой, он у меня, значит, 1,46 м. Это сэмплер, садовый сэмплер. Вот такие здесь тюльпанчики, леечки. Ну, это, конечно, для тех, кто любит сэмплеры. Я вот очень хочу этот сэмплер, блин, мне прям руки чешутся начать. Он такой достаточно, хоть он и большой, но опять, так как зашивка частичная, и, видите, можно разделить на 3 картины, можно вышить вот такую вот одну. Вот, мне бы, конечно, тоже я, к сожалению, пока отшива не видела данного сэмплера, но мне очень хочется на него тоже посмотреть. Я надеюсь, мои победители все-таки будут вышивать данные работы, и я надеюсь, вы не пропустите видео о розыгрыше, вот, и плюс тому ко всему, сейчас как посылочка вот придет, значит, я сниму обзор на эту посылочку, все посмотрите своими глазками, увидите. Вот, значит, я надеюсь, что вы не пропустите дальнейшие видео, что касается именно розыгрыша этих наборчиков. Ну вот, наверное, на сегодня пока и все. Всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Розыгрыши будут у меня проходить регулярно. Я думаю, что, наверное, будем даже делать каждые 500 подписчиков розыгрыши. Вот, конечно, хочется и вам приятное сделать, и себе приятное сделать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Всем пока!